Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Руби 6К, и это мое новое видео. И в этом видео я вам расскажу, что добавят в обновление 3.5.0. Почему же это видео не должно быть фейком? Да потому что я посмотрел абсолютно все видео про прошлую и про новое обновление. Ну, про, конечно же, про то, которое выходило 2 месяца назад. И проанализировал все и сделал полные выводы, что могут добавить в обнову. Присаживайтесь поудобнее, ну а мы начинаем. Как вы помните, в своих прошлых видео про обновление я говорил про Толчихина и про карту Большая Ферма. Начинать мы ролик будем с самого маленького, то есть с того, что я обсуждал в прошлых роликах. Как вы знаете, я уже говорил про Большую Ферму, и так вот, эта карта доступная только на айфонах из-за своей графики. Также о Толчихине. У нас есть миф под названием «Мясная курица». Его добавили в игру, значит, могут добавить и Толчихина. Это точно оправдание тому, что его могут реально добавить. Но карту Big Farm точно должны добавить. Кстати, давайте поговорим о оружиях. Я вам хочу сказать о том, что в прошлом обновлении нам не добавили новых оружий, а добавили их позапрошлом. Какие выводы можно сделать? Скорее всего, добавят новые оружия. Их будет немного, скорее всего, но их должны добавить. По поводу предметов. Их должны добавить во вкладку еды. Скорее всего, их добавят именно туда. По поводу скинов и костюмов. Их не добавят. Ведь по позапрошлой обнове нам добавили скины. А костюмы нам добавили в этой обнове, и можно сделать полный вывод. Да, ребятки, вы все правильно поняли. Костюмов не будет, к сожалению, потому что нам добавили целую пасхалку на один костюм и еще очень много костюмов. Именно по этой причине у нас не будет костюмов. Давайте перейдем уже к другой теме. Античит. Его не будут улучшать. Кто не знает, он существует. Давайте объясню, как он работает. Как только читер входит в онлайн, находит сервер, заходит на него, с очень большой вероятностью, если это ларри-хакер, то его просто выбросит с игры. Есть 2 варианта. Либо у него просто вылетит игра, либо же ему отправят отчет о приложении Chicken Gun. И вот так вот работает античит. Но если ты уже зашел на сервер и в течение 5 минут тебе не придет это уведомление или не вылетит игра, то можно считать то, что она у тебя вообще не вылетит, если ты не будешь использовать слишком мощные функции. Но так античит работал более-менее нормально ранее. Но теперь античит какое-то говно. И я надеюсь, его поправят, но, к сожалению, вряд ли такое произойдет. А вот теперь поговорим о жарком. И это новый режим. Да, у нас не было очень долго нового режима. И что я могу по поводу этой темы сказать? Скорее всего, его туда добавят. И я уверен со 100%. Следующее, о чем мы поговорим, это гонки. Скорее всего, добавят новую карту, так как позапрошлой обнове добавили только одну карту для гонок, должны добавить же новую. Ну и давайте немного поговорим о самих обычных игровых картах. Я точно не знаю, но вряд ли их добавят, ведь в прошлой обнове нам добавили целых 2 карты и 1 карту Большая Ферма. Ну, это за исключением этой Биг Фермы. Ее же должны добавить. А остальные какие-нибудь другие карты не будут добавлять. Ну а что по поводу всяких чикен-пассов, званий и так далее? Все эти концепты, которые делают люди, совершенно бессмысленны. Ведь разраб вряд ли такое добавит. Он будет просто пичкать игру всякими пасхалками и больше ничего делать не будет. Как вы помните, у нас существовал баг. То, что в Battle Royale PvP после смерти можно было выкидывать гранаты. Его пофиксили только через 1,5 года. Хотя он был очень популярен, и разраб мог везде увидеть этот баг. И какой вывод можно сделать? То, что разраб попросту облажался и не хочет исправлять баги. Он, скорее всего, просто сейчас лежит на диване и ничего не делает. Поднимать никакие бунты не надо, это бессмысленно. Остается только ожидать обновления и молиться, чтобы разраб сделал что-то нормальное. Ну, а теперь давайте перейдем еще к чему-нибудь пожарче. Скорее всего, глаза, клювы и рюкзаки не добавят,
скорее всего, добавят новые лапы. Ну и помимо этого, конечно же, к нам добавят новых животных. Да, их давненько у нас не было. Ну, а что я могу сказать по поводу шляп? Их, конечно же, не добавят, новых шляп. Ну, конечно, они, наверное, добавят их, но вряд ли так много, потому что их в прошлой обнове добавили слишком много. Ладно, это был мой ролик. Если ты хочешь меня поддержать, то поставь лайк и подпишись на мой YouTube канал. Ведь я могу рассказать тебе все абсолютно об новом обновлении в Чикенгане. Ну, рассказать самую точную информацию, которая только есть на Ютубе по Чикенгану. Ну, а с вами был я, Руби6К. Всем пока-пока.